На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал новый рейтинг в центре внимания «Главные страхи россиян». Так, согласно результатам исследования, наши граждане стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта. Каких проблем опасаются больше всего волгоградцы и совпадают ли они с общероссийским трендом? Наши корреспонденты вышли на улицы города и составили свою карту страхов. Единственное, чего боюсь, это постареть. Быть старой, умереть. Войны боюсь, конечно же. Мне кажется, любой человек боится войны. Наверное, больше всего боюсь не найти себя в жизни, потому что сейчас главное образование, главное найти себя, правильно двигаться по жизни. И вот больше всего боюсь не найти себя в этом. То есть не найти себя и не устроить свое будущее. Я больше всего боюсь войны. Ну, боюсь тоже, наверное, что каких-то плохие вот последствия, чтобы не произошли, потому что сейчас политику смотрим активно. Что происходит на санкции, да, Америка, Россия, без конца какие-то вопросы возникают спорные, чтобы ничего такого не вылилось в более серьезное, потому что хочется, я многодетная мать, у меня трое детей, хочется, чтобы мои дети росли в нормальных условиях. На данный момент я боюсь, наверное, в силу своей профессии, поскольку я музыкант, потерять свой главный инструмент – это голос. Вот. Ну, а, естественно, войны – это все само собой. Я, наверное, боюсь жизни больше всего, прожить жизнь и не увидеть жизнь. Это, наверное, самый большой мой страх. А так, я думаю, надо жить и не бояться. Ну, наверное, что у нас экология такая плохая, продукты нельзя покупать в магазинах, чтобы не обвалился наш дом. Да, боимся некачественных строительных. А самое главное, конечно, это продукты некачественные. Взять нечего, все с ГМО. Смерти. А почему так? В такой молодости, в такие молодые годы? Старости, немощности, отсутствие здоровья, тем более в наше время, с этой медициной. В нашей стране все хорошо, ничего не боюсь. Вообще ни бедности, ни старости, ни экологии. Ни старости, ни экологии, все ничего. Есть. Все, я думаю, будет все нормально у нас.